и снова осень, и снова самая ожидаемая вечеринка «Волга Fashion Show». Собирать своих друзей и партнеров у «Волга Фильм» стало доброй традицией. Как всегда, в Сохо не хватало места. Попасть на закрытую вечеринку можно было только по пригласительным. Это мероприятие не совсем обычное. Мы обычно делаем фэшн-показ с развлекательной программой, угощениями. А сегодня фишкой этого вечера будет выступление светских медийных персон, которые будут участвовать так же, как и профессиональные модели в фэшн-показе. Поэтому в конце будет феерическое шоу, и наши девушки будут блистать. А, девушки и мужчины, кстати, тоже. Уже на улице гостей встречал стильный инновационный автомобиль BMW 7 серии. Яркую инсталляцию организовал официальный дилер немецкой марки BMW Толсар. На тест-драйв обновленной семерки записывались и девушки, и мужчины. Помимо эстетического наслаждения, каждый получил возможность выиграть совершенно практические подарки. Совершенно новым BMW 7 серии мы уже сегодня создаем роскошь будущего. Генеральный партнер вечера Альфа-Банк презентовал уникальный пакет услуг «Максимум», который включает в себя огромное количество привилегий для своего владельца. А самое главное – это персональный подход и огромное количество выгод, что так важно занятым и деловым людям, какими и являются гости светского мероприятия. Среди приглашенных директор по розничному бизнесу Альфа-Банка Андрей Володин разыграл 3 сертификата на бесплатное подключение к пакету услуг «Максимум». Я бы хотел поблагодарить компанию «Волга Фильм» и Лилию Ярулину за возможность участвовать в подобном мероприятии. А сегодня мы, Альфа-Банк, предлагаем для вас пакет услуг «Максимум». Это особая поддержка для особых клиентов. Где бы вы ни проживали, ни находились, пакет услуг «Максимум» поможет чувствовать себя везде комфортно, удобно и финансово защищенно. Фэшн-показ открыл модный дом «Дефиле». Это двухэтажный торговый центр, в котором представлена мужская и женская одежда, обувь, аксессуары из Германии, Италии и Франции. Модели представили роскошную и статусную коллекцию именитого бренда Versace Jeans. Стразы, вышивки, яркие цвета и необычные фактуры материалов придают каждой вещи новый, неповторимый характер. Спортивным партнером «Волгофильм» стал новый клуб «Челси Фитнес Спа». Каждый желающий получил подарочную безлимитную карту для знакомства с клубом, а главным призом стал годовой абонемент. Это шикарный подарок, ведь в «Челси Фитнес Спа» целых 4 этажа спорта и красоты, спа-зона и много приятных мелочей с заботой о клиенте. Счастливчика определил хедлайнер клуба Игорь Крючков. Эксклюзивным подарком стало незабываемое выступление инструктора пол-дэнс Инны Горбуновой. Для успешного человека важно всегда быть в тонусе и следить за здоровьем. Новый стоматологический центр премиум-класса для детей и взрослых «Диадент» рассказал об уникальных технологиях в сфере лечения зубов и сохранения их красоты. А также гости узнали, почему лечить зубы в этой клинике не боятся даже дети. Подарочные сертификаты от «Диадент» получили самые удачливые посетители вечеринки. Блеск софитов в этот вечер затмил благородный блеск бриллиантов от ювелирного партнера салона 999. На всех моделях, а также на светских персонах сверкали украшения из новой коллекции лучших ювелирных домов Европы. Сертификат на 5000 рублей разыграла владелица бутика Виктория Фельдман. Она порадовала зрителей не только созерцанием шедевров ювелирных мастеров, но и чудесным сладким подарком с фирменной символикой. Ни один стильный образ не может считаться законченным, если к нему не подобраны правильные аксессуары. Сеть салонов оптики Marco продемонстрировала новые модели оправ из последней коллекции известных мировых брендов. Директор сети салонов оптики Marco Марина Житкова помогла ведущему разыграть 3 сертификата на покупку очков.
косметология или пластическая хирургия. Перед некоторыми может возникать такой вопрос. О новых уникальных, но главное, безоперационных и безболезненных технологиях в индустрии красоты рассказала Наталья Гаврилина, главный врач Neo Clinic. Гостям вечера она презентовала новую аппаратную процедуру альтеротерапию, альтернативу пластической хирургии. Сегодня этот метод используется только в Neo Clinic. Тему красоты продолжил бьюти-показ от сети салонов профессиональной косметики «Симфония красоты». Ее руководитель Галина Дулепина рассказала о новой линейке продукции, которая появилась в 13 салонах сети по всей области. Помимо этого, зрители поучаствовали в розыгрыше призов от бьюти-партнера эксклюзивных средств для ухода от «Симфонии красоты». Для тех, кто любит путешествовать, Турпрофи разыграл тур выходного дня. Это туристическое агентство уже 13 лет работает на саратовском рынке. На его базе организован первый саратовский паломнический центр, который по сей день самый надежный и проверенный временем. Спасибо большое, Турпрофи, и мы вас поздравляем. Спасибо. Меховой салон «Зима-64» знает, как саратовских красавиц сберечь от холодов, помочь от депрессии и сделать счастливой. Чтобы мечта стала ближе, среди гостей разыграли 3 сертификата на беспрецедентную сумму 30 тысяч рублей. Новую коллекцию роскошных шуб Италии и Греции зрители встречали овациями. Кульминацией вечера стал показ с участием светских персон. На импровизированной сцене ресторана «Сохо» появились популярные музыканты, стилисты, ведущие, балерины и артистки, бизнесмены и деловые леди. Самые прекрасные и смелые девушки в этот вечер стали участницами фэшн-показа от модного дома «Дефиле», мехового салона «Зима-64», оптики «Марка» и ювелирного бутика «999». Оживленный интерес у публики вызвал показ с участием харизматичных, известных мужчин Саратова. Они представили коллекцию именитого «Богдермен» и «Лагерфельд» от мультибрендового бутика «Успех». Без тени сомнения, лучшими мужскими моделями Саратова оказались Дмитрий Анпилогов, Франк Бейкер, Альберт Баранов, Алексей Силаев и Александр Староверов. «Успех» – мультибрендовый бутик, которым представлены лучшие европейские бренды мужской и женской одежды обуви. В этот вечер каждая девушка смогла почувствовать себя настоящей королевой. Цветы, овации, волнение, эмоции зашкаливали как у участниц показа, так и у зрителей. Коллективу «Волгофильм» снова удалось собрать вместе людей, которые готовы идти на эксперименты, развиваться и дарить друг другу незабываемые впечатления.